Улица Юности, 8/2. Кирпичный 14-этажный дом 1998 года постройки. В доме одно парадное. Вход в него в хорошем состоянии. Работает консьерж. Установлен домофон. Во дворе чисто. Есть охраняемая парковка. Через дорогу большая спортивная площадка с тренажерами. И новый стадион. Напротив дома специализированная гимназия. Недалеко аптека. Детский сад в соседнем дворе. Поблизости есть парикмахерская и супермаркет «Фора». Состояние дома можно оценить как хорошее.